десяток будильников не подвели. 8 утра – место встречи Митро. Средство передвижения – новый Митромобиль. Пункт назначения – город Владимир. Главное – ничего не забыть. 180 километров. Время в дороге зря не теряли. Какие главные достопримечательности города? Какая там погода? Где найти самое уютное кафе? И, конечно, обсуждали детали предстоящей встречи в рамках всероссийского медиамарафона «Останкино». 3 часа в пути, и мы на месте. Владимир – жемчужина Золотого кольца России. Рассматривать достопримечательности начали с Троицкой церкви. Затем нашли на карте водонапорную башню и поднялись на смотровую площадку. Весь город как на ладони. За моей спиной находится главная достопримечательность города Владимира – Золотые ворота. В свое время через эти ворота проходили такие великие люди, как Александр Невский, Дмитрий Донской и Александр Суворов. А в главном дворце культуры Владимира последние приготовления к творческой встрече с мастером Митро, телеведущей Марией Ситтель. Мы тоже подключились. В зал начали приходить владимирские школьники, полные любопытства, как и подобает будущим журналистам. Все в нетерпении задать свой вопрос и узнать секреты будущей профессии из первых уст. Здравствуйте, дорогие! Здравствуйте! Рада с вами сегодня здесь встречаться. В новом учебном году Мария Ситтель открывает свою мастерскую на факультете журналистики МИТРО. Главный совет телеведущей – не бояться и идти до конца к той цели, которую наметил. Нужно перебороть себя. Мы так возрастаем и в профессии, и в духе, и в наших мироощущениях. По-другому, ребята, никак невозможно. Вопросов к мастеру МИТРО, как всегда, масса. Каждый получает ответ, емкий и информативный. В вашем округе, в вашем городе, в вашем районе, в целом по стране. Понимаете, вы должны этим жить. Вы должны разбираться так или иначе в каких-то хитросплетениях, законах, юридических неграмотностях, помогать, ну как-то направлять людей. В чем заключается профессия журналиста? Вот именно в этом. Те, кто следит за медиамарафоном Останкино, давно мечтают дополнить личный гардероб фирменными футболками «Митро Стайл». Счастливчики были и в этот раз. И, конечно же, самый волнующий момент. Кто же получит грант на бесплатное обучение в лучшем творческом вузе страны? Это для меня реально очень большая неожиданность. Я реально не ожидала, поэтому пока я не знаю. Скорее всего, я пойду учиться, потому что такая возможность. После встречи с Марией Ситтель многие ребята признались, что еще серьезнее задумались о будущем студенчестве. Главная мысль, которую мы хотим донести, что Митро – это то место, не только, вернее, то место, где учатся журналистики или там операторскому мастерству. Это большая площадка для творческой молодежи всей страны. Отклики были весьма позитивные. Сами ребята говорили спасибо. Я вот здесь вот немножко, мне как-то казалось, я была не уверена, но вот сейчас я точно, совершенно точно, это классно. Вы мне все там сказали, все, что нужно. Ну а мы с нетерпением будем ждать их в Митро. Ксения Солнцева и Арина Дубровина из Владимира специально для Митро Лайф.